Вопрос подготовки к содержанию автомобильных дорог в регионе в зимний период рассмотрели на заседании комиссии партийного контроля филиала партии «Аманат». Сеть автомобильных дорог областного значения составляет почти 2000 километров. На их зимнее содержание в этом году выделили 1 миллиард тенге. По словам исполняющего обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ердена Шортыбаева, в готовности находится 108 единиц техники, еще 111 единиц для 4500 километров дорог районного значения. Также заключены меморандумы с сельхозформированиями. 375 хозяйств охватят порядка 1000 километров дорог районного значения и внутрипоселковых. На сегодня по автодорогам местного значения проведены работы по расчистке и закрытию 1383 водопропускных труб. Начаты работы по выкорчевке растительности с откосов и резервов автодорог на 266 снегозаносимых участках. Вместе с этим по местной сети дорог имеется 41 участок, подверженный угрозе подтопления талыми водами. Для предотвращения угрозы перелива продолжаются работы по закрытию водопропускных сооружений. О подготовке к зимнему периоду на дорогах республиканского значения рассказал директор областного филиала АО НК «Казавтожол» Талгат Смагулов. По его словам, на эти цели предусмотрено 1,4 миллиарда тенге, что на 25% больше, чем в прошлом году. В настоящее время в филиале имеется 128 единиц специализированной снегоуборочной техники. 120 из них в исправном состоянии. Остальную отремонтируют до 15 ноября. Еще 19 машин арендуют.